Пхукет, Таиланд. Подключаемся, кто включился, ставим лайки. Это помогает стриму пробегать в Ютубе. Всем привет, друзья, с вами Альтеро. Начинаем незапланированный стрим из Патонга. Встретился с Альтеро. Это гуру Пхукета. Он живет здесь уже 15 лет. Можно сказать, знает о Пхукете все. Сейчас он ведет стрим. Можете подписываться на него. Если у вас есть вопросы по Пхукету, наверняка в своих видео он даст ответы. Он регулярно выпускает видео о Таиланде, о том, какие изменения в визах, возможности посещения этой страны. Ссылка на его канал будет в описании. Я только что сказал про тебя это. Бартер. Не, там я провел почти месяц. В Индии? Да. Ты там в отеле? Нет. Я большая часть была в Гималаях, в горах. Там погода была почти российская, приятная. А вот в Нью-Дели 45 градусов было. Сейчас прогуливаемся, снимаем стрим. Я ему составляю компанию, а он мне параллельно рассказывает о жизни здесь. Ресторан, все включено. За 600 бат можно вот это все употреблять в неограниченном количестве. Как дела? Ням-ням. Окей, ням-ням. Отличный словарный запас. А зачем ему ням-ням? Ну это русские так говорят, ням-ням. Еда, кушать, вкусно. Я никогда не говорю ням-ням. Так, иду через массаж. Сейчас будут меня наверняка спрашивать. Ну, они спрашивают, потому что я с камерой. Все закрывают лица, не хотят попадать на камеру, не хотят светиться на Ютубе. Альтеро говорит, что сегодня в данный момент идет месяц Прайда, поэтому здесь вот такие радужные детские флаги. Вот эти бары эффектно выглядят, но почему-то вечером уже закрыты. Сейчас время без 15:05. Здесь достаточно немноголюдно. Море. Сегодня я ночевал у Тайки, хорошая девочка. Сегодня я не выспался. Познакомился я с ней на сайте. Сайт для тайских знакомств. Я проекция мира. Оп, все. Попробую здесь песок. Мелкий и очень приятный. Очень теплая вода. Прям идеальная температура. Ты всегда ходишь в закрытой обуви? Да. Да? Ребята, я всегда хожу в закрытой обуви. Вот, убежал из-за своей закрытой обуви. Он тоже полетит? Реально, он полетит. Он полетел с ним. Вау, просто запрыгнул на стропы. Это какой-то Маугли. Что творится? Вот вопрос, а зачем он летает вместе с ним? Хороший вопрос.
может быть, если что-то пойдет не так, он прыгнет за ним в воду и будет спасать. Так для этого есть спасательный жилет. Одно сиденье, 200 бат. Почему так странно? А вечером нельзя, что ли, посидеть? Друзья, если вот такой набор двух кресел рядом, да, лежаков, да? 100 бат за одно. Какая разница? Ну, могут быть парами, чтобы не мудрить. Так цена одна и та же. Если там было там 150, понимаю. Какой прекрасный закат на Патонги Бич. Что было бы, если ты это делал в Москве. Ты можешь снимать о России и вещать на тайском для тайцев. Это будет контент, наверное, будет в России. Мне попалась тайская девушка на рынке, которая готовила мне том-ям, и она достаточно неплохо говорила по-русски. Я спросил, а если я буду приходить периодически снимать, как ты готовишь, как ты к этому относишься? Я с удовольствием тебе я все покажу, покажу и расскажу. Саванди. Краб. Краб. Саванди. Привет. Савадди. Савадди? Ват, савадди. Ну, так, скажи полностью. Савадди, краб. Ну, савадди. 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 Не-не-не, это уже когда они играют с тобой, питянут. Савади, просто. Просто савади. Это не Индия, если есть. Я играю с ними тоже. Кап, кап, типа мужчина должен... Мужчина добавляет после каждого предложения в конце слова. В конце слова или в конце предложения? В конце предложения, каждое предложение, говорит, как кап, кап. Девушки, женщины, бабушки. Говорят, да, но если между друзьями это не нужно, и если вы старше кого-то, то вам... То есть это уважение к незнакомому человеку. Как наше на «вы» и на «ты», как у них вот... Только в конце. «Ка» по «мука», так и «бедни». Если вы общаетесь с потом «бедни», все время говорите «ка». Если вы уже с кем-то знакомы, это же не обязательно правильно, как у нас принято говорить на «вы». По-тайски «уважаемый» будет просто «ка» или «кап»? Нет, такого. «Уважаемый»? Ну, кункап, то есть как бы ты, пи, то есть, если уже пи, то есть, когда что-то старше тебя или уважаемый, то можно сказать его как пи. Это как старший брат, как старшая сестра, как старший, да? Ага. У них еще есть обратное, но он как бы младший, поэтому если вот два человека, один старший, другой младший, то младший говорит всегда пи, пай-най хап, о, пакинкал май хап. А старший отвечает «Нон». «Ам пайтину, антарайна». То есть каждый должен знать свое место. Ну да. Меня некоторые таечки называют, зовут Пи, потому что я для них, естественно, старше. И, значит, уважают, окружают уважение. Авторитет. Имя Альтера здесь пишут на заборах. Сердечками выкладывают. Да-да-да. И красивые рифы. Ютубер. Бангла Роуд, вечернее время. Патонг Бич. Наконец-то я посетил эту улицу в это время. Сейчас без 15:08.
сезона так людно. Достаточно. Что здесь было раньше? Яблоко, негде упасть. Что это за тайм? Там шоу будет. А? Там будет шоу. Леди шоу. А, леди бой шоу? Кабаре шоу. А, кабаре шоу. Довольно длинный, я пол на 10 песен. Не можно снимать? Можно, но надо будет заказывать напитки все время. А? Заказывать напитки себе все время. А, просто сидишь и заказываешь напитки. А, мы раньше придем сюда. Пойдем? Окей. Как тебе было там? Отлично. Отлично? Хорошие деньги. Много веселья. Работа дальше работала. А почему закончил работу? Кучка кадров. Был узкий клуб, как бы, я не играл. Как танцор я был всего один парень, а было три девочки. Я стал девочкой в паре. В итоге решили, что нужно будет две девочки. Четыре девочки, они Ага. А это была еще какая-то мода, там сигал, там есть, что надо было секс-пэк. Как раз тогда подошелся на первый. Пальнулся перед выходом на сцену, там. Думали, что знакомы? Конечно, конечно. Это как в Нью-Дели мейн-базар, который днем ужасен, а вечером там неон зажигается. В принципе, уже становится сносно, и мусора не видно. Ну ладно, не знаю, не, не, его и не было изначально. Тут его не было, не, это вообще все по-другому. И... Сейчас тут тебя прибегут, у нас тут все чисто. Да, и совершенно с другими предложениями подходят, нежели в Дели. А в Паттайе тоже... Это улица главная, называется Bangla Road. Нет, там есть Walking Street. Walking Street. Да, и Beach Road, которая перетекает в Walking Street. Она гораздо длиннее Bangla Road, на порядок. Ага. А, то есть там все более кишит вообще, да, темой, да? Нет, там мало народу, там, когда я там был, там
было так ластры, значит, свет есть, свет нет, ага. Свет есть, свет нет. Ну, сейчас, может быть, уже получше. Да. Раньше она была закрыта на... То есть на проезде была открыта, сейчас ее перекрыли уже, чтобы возобновилась движуха. Да. Надо, конечно, мне посетить Паттайю для расширения кругозора. Нашим там привет передавай. Если они там еще остались. Ну да. Если они выжили в этой соковыжималке. Куда мы дошли? До тишины, да, и спокойствия. Разврата и разнужденных нравов. Да. Я же фотограф на средних танцах. Наша работа в России, пожалуйста, просто. Моя одна из. Я снимал свадьбы, снимал в клубах всякие юбилеи, предметку. Ювелирку в Москве. Наверное, да. Не знаю, мне приятнее вот с таким трафиком людей находить какие-то, может быть, бары, там, салоны. Более спокойно все-таки, да, и... Зачем сравнивать? С Bangla Road. Кому? Вот она маленькая, одна улица. Да, да, но все равно есть немножечко такие аппендиксы, которые тоже кишат. Ну, в плане того, что лучше я пойду не на Bangla Road, а по какой-то более спокойной улице. Смотря, что тебе нужно. Все, ну, я бы, короче, зачем бы не пошел бы на Bangla Road, я так скажу. Я лучше поискал бы это в другом месте. Если это невозможно найти, кроме Bangla Road. Там это, выбор больше этого. Там самый сок. Самый источник. Может быть. Я еще не проверял. А сейчас у меня глаза разбегались, все пестро, все ярко, везде активность какая-то. Сконцентрироваться было невозможно. Такой бы тук-тук в деревню, да, в России. Кататься с местными бабами. За самогоном. Классная тема вообще. Там колонки огромные, вон. По идее, мы на зебре, да? Мы же можем идти. Можно, это лампа, поэтому тут как каждый... Тут нужно торопиться все равно. На пешеходном переходе. Окей. Мой байк здесь. Найди мой байк. Возьму здесь байк и даже сказать, какой мой байк. Ага. У нас новая викторина. Так. Угадай-ка байка. Байка угадай-ка. Догадай-ка, какой байка. Так. Так. Вот этот интересный. Может быть, это твой выбор? Все. Так, самого байка точно нету. Слушай, ну, пускай будет трехколесный. Ну ладно, пускай будет трехколесный. Проверим, пойдет ключи. Точно! Я угадал. Догадайка победил. Тёмка, догадайка. Супер, классный байк. В твоем личном пользовании ты его купил? Да, я его купил на личном пользовании. Тебе нравится? Нравится. В первом месте я хотел удавиться, насколько мне не нравилось. Почему? А я не имел каска продать байками. Вообще байками именно вот таким. Нет. Вот таким вот. Нет, дело казалось не в количестве колес, а в его весе. И когда байк тяжелый, то там вступают другие правила игры, и надо реально уметь как правильно ходить повороты. А. Когда байк легкий, ты своим весом можешь его туда-года швырять. А здесь надо понимать принципы ход рулей. А, поворачиваешь направо, а руль поворачиваешь налево. Такие прям ручки. Нравится тебе? Закругленные. Это винтажный дизайн ручек. Причем, видишь, он как бы классный, да? Угу. На самом деле они были раньше прямыми, я просто падал налево и направо. Так очень-очень аккуратно падал туда, туда. Я один раз, я много падал вначале, когда купил байк, потому что он как бы
были проблемы, у меня как тормоза работают. И сначала левая ручка погнулась, да? Угу. А потом, когда я еще еду... И ты молоточком решил подправить? Не-не-не, все само совершилось. Я еду, короче, и... То есть это не шутка? Кто-то выехал, я нажимаю на тормоза, поскольку у него один тормоз на три колеса сразу, а второй тормоз на передний только. Угу. Я привычка нажимаю на сразу оба, у меня пережимаются передние колеса, и байк подкручивается, я падаю даже на мелкой скорости. Пум, и лежишь. И за переулка выезжает таец. Я жму тормоза и падаю. И все такие, помой, что? Нормально все. Пальчик даже не успел выключить. Я поднимаю, сажусь. И я дальше такой злой, обидно же, да? Тут смотрю вторую ручку, которая погнулась, они вроде как и другая. Я такой, ес! Супер! Я дизайнер! Как по заказу. Я дизайнер! Все такие, как ты сегодня такой? Какой классный дизайнер, лучше. Я взял специально, чтобы пальцы скакивали, да? Ну да. Мизинчиком можно это делать. Да. Ну мало ли там, жирные пальцы будут, после еды не помыл, можно не мыть, да. Я думаю, надо Yamaha магазин. Все будет работать. Все будет, молоточком, ты понимаешь? Сразу. Что, он мощный? Нет. Такой. Он как этот. А почему у тебя здесь нет колонок? Надо было сделать. Мне кажется, прям место для колонок, да? Да, на саморезы прикрути что. Потом уж не продашь такую конструкцию никому. Наоборот. Модернизация. Дырка. Ну, вместе с этой штукой. Почему бы и нет? С покетом 2. И с покетом 2, да. Я связал с байками, ютубом и видео.